Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим несколько вариантов решения ошибки обновления Windows 10. Ошибка 0x800-7002. Итак, давайте по порядку. Первый вариант устранения данной ошибки. Нажимаем сочетание клавиш Windows и вводим здесь команду Services MSC. Нажимаем ОК. Здесь нам нужен центр обновления Windows. Windows. Нажимаем два раза. Здесь это запуск вручную. У кого-то может быть автоматически. Нажимаем остановить. В зависимости от того, что вам нужно. Хотите, чтобы автоматически скачивался, автоматически, ну и так далее. А пока ставим вручную, либо отключена. Вообще вот отключена. Остановить все. Применить. Далее переходим в папку, которая, как правило, находится на диске C. Windows Software Distribution Data Store. Вот это все содержимое удаляем. В данном случае удалять не буду, потому что у меня уже система работает нормально. После чего возвращаемся обратно в центр обновления. То есть мы это не закрываем. Нажимаем либо автоматически, либо вручную. В зависимости от того, как вы хотите, чтобы ставились обновления. Я оставляю вручную. То есть когда есть вот необходимость, мы его запускаем. Так, применить и запустить. Все, окей. Теперь это можно закрыть. Кому-то на этой стадии уже поможет. А мы переходим к следующему варианту. Далее необходимо также опять нажать сочетание клавиш Windows R. Здесь нужно будет уже написать команду Clean Manager. CleanMGR печатается. Нажимаем ОК. Выбираем системный диск, в данном случае диск C. Так, очистить системные файлы. Окей, идет процесс. Очистка обновления Windows. Нам здесь необходима запись. Очистка обновления Windows. К сожалению, у меня вот на данной системе ее нету. Так, но у вас должно выглядеть следующим образом. Вот так вот. То есть надо будет поставить галочку и нажать ОК. Удалить файл. Пойдет процесс удаления файлов. Здесь же в том числе будут очищены папки загрузки обновления. То есть там временные файлы для обновления Windows скачиваются. Они будут удалены. После всего проделанного заходим параметры через меню пуск, обновление безопасности, центр обновления Windows и нажимаете проверить обновление Windows. А они должны у вас начать обновляться. И еще один вариант, если ничего не помогло, можно попробовать воспользоваться внешним установщиком обновлений Windows 10. Скачать его можно по следующему адресу microsoft.com. Вот нас интересует обновить сейчас. Нажимаем и сохраняем на компьютере. У меня он уже сохранен. Мы запускаем. Нажимаем да. Он у вас проверяет обновление. У меня все обновления установлены, поэтому он ничего мне даже не предлагает ставить. То есть этот установщик помогает обновить Windows до последней версии. Если у вас есть еще не скачанное обновление, даже иногда бывает через стандартные рабочую систему обновления Windows не скачивается, через этот установщик оно скачивается. Но случаи бывают всякие, если вдруг это не поможет, тогда пишите в комментариях, будем искать другие варианты решения. Так, все, спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, увидимся в следующем видео. Пока!